Андрей Андреевич, расскажите, пожалуйста, про Гавах. Классный вопрос, нравится он мне. Смотрите, Гавах – это тонкоматериальная энергия, которая выделяется из человека в тот момент, когда он страдает. Гавах используется в темной магии, а также используется в момент… Считается, что использование Гаваха может помочь откупиться. Гавах является элементом, которого хотят от вас люди, которые вас ненавидят. То есть, когда человек ненавидит какого-то другого человека, вот вас кто-то раздражает, вы хотите его ударить. И вы хотите ударить, зачем вам это? Чтобы это человеку было больно. Зачем ему больно? Он испытает боль. Зачем тогда он должен испытать боль? Чтобы вы почувствовали. Что почувствовали? Гавах. Гавах. Вы хотите гавах. Поэтому весь мир, вот ребенок там, ребенок учится, не может ничего понять, и вы хотите ему дать подзатыльник. На самом деле, чего вы хотите от этого ребенка, если вы его бьете? Если бы вы хотели, чтобы он понял, то тогда бы вы ему еще раз объясняли, и еще раз объясняли. Но вы этого не хотите, вы хотите гавах, вы хотите боли, тонкого материального вещества. Считается в магии, это египетская магия и вообще такая тайная темная магия, кстати, где вы об этом узнали, считается Гавах основой этого мира, то есть люди стремятся к Гаваху, люди хотят Гаваха, и люди, и весь мир устроен по принципу Гаваха. То есть, когда я живу, то накапливаются люди, которые хотят от меня моей боли. Вот что хотят люди, которые пишут мне плохие комментарии? Они пишут: «Дуйко, засранец, ненавидим, сволочь, не любим тебя, ублюдок, чтоб ты сдох» и так далее. То есть все это, когда человек говорит мне гадости какие-то, что он от меня хочет? Он хочет, чтобы я прочитал и испытывал страдания и боль, душевную, телесную. То есть что он хочет? Боли. И я периодически делаю так. Я говорю: уважаемые мои друзья, мои ученики, отдайте мне свою боль, потому что у меня так много накопилось тех людей, которые хотят моей боли. После этого я собираю у учеников эту боль, отдаю тем людям, которые хотят моей боли, хотят ее на протяжении жизни. А у этих людей что-либо забираю, там волосы, молодость и так далее. Это такая эзотерическая практика. Единственное, что ее должен делать тот человек, который знает, как ее выполнять и знает, как ее делать. Поэтому правило Гавах является ключевым и самым важным в этом мире. И тот, кто знает о правиле Гавах, знает, как устроен мир. Почему у человека появляется много боли? Потому что и почему эта боль нужна? Человек испытывает боль, и ее хотели много людей, чтобы он эту боль испытывал. Так нужно эту боль им отдать или посвятить. Поэтому если что-то болит, говорите: я посвящаю эту боль тем людям, которые хотели от меня этой боли. Возьмите, напейтесь и отстаньте. О, это правило действия или правило работы с Гавах. Странно, я думал, что информация...